Важная новость, которая пришла около часа назад, стала известна о совместной операции в Сирии, которую провели Россия и силы международной коалиции. В Минобороны сообщили, что от американской стороны по прямой линии были получены координаты целей запрещенной группировки ИГИЛ. В результате два самолета ВКС России и два самолета сил международной коалиции нанесли авиаудары в районе населенного пункта Эль-Баб в провинции Алеппо. Все объекты уничтожены. И сегодня дальняя авиация России нанесла удары по объектам террористов ИГИЛ в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. В Минобороны сообщили, 6 стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 вылетели с аэродрома на территории России и, пролетев над Ираком и Ираном, атаковали пункты управления террористов, склады с оружием и боеприпасами. Средства объективного контроля подтвердили, все назначенные цели поражены. Полет бомбардировщиков прикрывали истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Минин. И еще одну совместную операцию в Сирии Россия провела с Турцией. И также в районе Алеппо 3 самолета России и 4 турецких истребителя успешно поразили 22 цели.